Уважаемые коллеги, хотел поделиться с вами одним лайфхаком, как приготовить карпа. Обычное мясо вы умеете готовить, а карпа не все могут сделать. Для начала смешиваем вот эти два ингредиента. Делаем вот так вот. О, а карп нахуй не нужен. Удачного вторника. Слушай, я забыла, тебе же бабушка опять твои орешки любимые передала. Давай, давай. Спасибо, орешки. Я люблю бабушкина. А что она постоянно орешки передает? Что сама-то не ест? Вкусно? Ну как она их есть-то будет, у нее зубов нету. А зачем она покупает, если не ест? Ну, она шоколад сверху осасывает, а орешки тебе отдает. Барбара Стрейсэнд. Слушайте, вот как все-таки женщины любят усложнять жизнь себе и окружающим. Вот смотрю видео в ТикТоке, они это лицо свое, блин, насилуют, руками тянут, чтобы не было какой-то морщины, носогубки. И вот это что-то, какие-то косметологи бесконечные там сжигают себе лицо. Девочки, полезный лайфхак. У вас дома ходит мужик. Между ног у него потрясающий тренажер для лица. Делаете 3 раза в неделю, минет, и все, у вас четкий овал лица, мужик довольный, деньги сэкономлены на косметологах, все, ну какие проблемы, а вы же себе придумываете каких-то, блядь, чего-то, лишь бы не сосать, знаете, честное слово. Только дай знать, где ты находишься, дай знать и все. Вот, блядь, посмотрите. Грузим с табаком. Вот еще делают сигареты сейчас. Вот на куча с табаком. Потом, блин, будет Кент с кнопочкой, блядь, по 280 рублей за пачку. После таких сигар, блядь, будет крест с табличкой, блядь. Вот так, блядь. Ну нахер.